Международном институте энергетической политики и управления инновациями Одинцовского кампуса МГИМО состоялась торжественная церемония вручения студенческих билетов магистрантам, которые начинают обучение по программе «Экономика и управление инновациями». Всего в этом году на первом курсе начинают учебу 29 студентов. Среди магистрантов первого курса – выпускники ведущих вузов Университета МГИМО, МГУ имени Ломоносова, Дипломатической академии, Экономического университета имени Плеханова и ряда других ведущих вузов нашей страны. Мероприятие началось с приветственного слова научного руководителя МИЭП МГИМО, члена-корреспондента Российской академии наук, профессора Валерия Ивановича Салыгина. Я уверен, что вы приняли не только важное, но и правильное решение. Я хотел бы напомнить о том конкурсе, который был сегодня в этом году у нас в университете МГИМО. Значит, на бакалавриате было на бюджет больше 100 человек на место, на платное отделение. У нас конкурс был от 25 до 30-32 человек на место. Так что я считаю, что вы сделали правильный выбор, и я думаю, что вы потом в этом сами убедитесь. В рамках наших курсов, спецкурсов, мы хотим так, чтобы вы понимали, что вы поступили в лучший институт, лучший университет, и мы вам обязательно прочитаем те курсы, спецкурсы, которые будут преподаваться только в нашем институте, в частности, в области инноваций, в области цифровой экономики. Вы знаете, что это одно из магистральных направлений, о которых подробно говорил президент России. И в этом направлении работают все ведущие университеты Европы, мира, научные центры. Вы получите серьезную подготовку. И учитывая вот те серьезные задачи, которые стоят и перед российской экономикой, перед экономикой Московской области, в области развития инноваций, управления инновациями, внедрения цифровых технологий, я думаю, что вы будете достаточно востребованными выпускниками. И в заключение я хотел бы еще раз сердечно вас поздравить с поступлением, с началом учебы в университете, пожелать вам всем больших успехов. Руководитель МИЭП отметил, что учеба в магистратуре обеспечит новый этап в профессиональном развитии выпускников и обеспечит достойную карьеру, расширит круг общения и профессиональных связей. Такие возможности существуют благодаря стратегическому партнерству МИЭП МГИМО с крупнейшими компаниями, такими как Роснефть, Норильский никель, Транснефть, Газпромбанк и другими. Базовые кафедры этих компаний действуют в МИЭП на площадке кампуса в Одинцово. После вручения студенческих билетов и памятных подарков, поздравлений и пожеланий от преподавателей и руководства МИЭП, с ответным словом на церемонии выступила магистрантка Международного института энергетической политики и управления инновациями МГИМО Наталья Борисова. С моей точки зрения, МИЭП МГИМО – это лучший выбор, ведь сегодня инновационные подходы в различных областях экономической деятельности играют свою важную роль. А МИЭП МГИМО – это единственный институт, который готовит специалистов и проводит научные исследования в такой важнейшей для России и мира области. Важно, что образование, которое мы получим здесь, в МИЭП МГИМО, не ограничивается только компетенцией в области энергетики, а актуально для всех областей экономики. В заключение хочу пожелать вам успехов в учебе и достижения поставленных всех целей. Международный институт энергетической политики и управления инновациями занимается решением важнейших задач, связанных с развитием инновационной экономики, обеспечением эффективного управления инновациями, развитием цифровых технологий и внедрением лучшего мирового опыта в данной сфере. Международный институт энергетической политики и управления инновациями Одинцовского филиала МГИМО – это подготовка кадров в области инновационной экономики и управления инновациями. Принципиально новые программы бакалавриата, инновационная программа магистерской подготовки, второе высшее образование, крупные научно-исследовательские проекты, уникальные возможности участия в международных образовательных программах, перспективы блестящей карьеры. МИЭП МГИМО – лучшие традиции российского и международного образования.